Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал ход работ по ремонту подъездов, которые проходят в лесном городке по губернаторской программе. Всего в поселении в этом году планируют обновить 47 парадных. 10 из них на данный момент уже отремонтированы. В принципе, уже цикл ремонта подъездов переходит в окончательную стадию еще в следующий год. И, в принципе, все подъезды должны быть приведены в порядок. Соответственно, здесь, в лесном городке, 47 подъездов делает управляющая компания своими силами, хозспособом. Это хорошо, потому что им же потом как бы обслуживать и содержать. В рамках программы в каждом из подъездов красят стены, обновляют освещение, меняют, если это необходимо, напольную плитку входных групп. Также подлежат замене почтовые ящики. Все работы и материалы в обязательном порядке согласовывают с жителями, которые и осуществляют приемку отремонтированного подъезда. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».